Магазин «Чудеса, чудеса». Сегодня мы поговорим с вами о матрешках. Матрешки – это один из символов России. Русский мастер, который делал матрешку в древности, очень хорошо знал русские сказки, где до истины можно докопаться, только дойдя до конца, дочитав сказку до конца, или же разложив всю матрешку до самой маленькой. Матрешка также это символ рода. Само слово матрешка, оно происходит от слова мать. Матрешка олицетворяет мать большого семейства, многочисленного. Матрешка со своим семейством передает образ рода нескольких поколений предков и потомков. Кроме того, матрешка – это еще и символ единства и многослойности, и многопроявленности мира. Она как бы одна, а вместе с тем состоит из множества своих проявлений, которые являются ее маленькими отражениями. Поэтому матрешка несет также идею отражения малого в великом. Вот такие вот красивые матрешки есть в нашем магазине. Посмотрите. Вот такие вот. Вот Баба-Яга. Вот фермеры. Дед с внучатами, с бараночками, матрешка. Вот такие вот красивые. Приходите к нам в магазин за этими удивительными и загадочными матрешками.